Всем привет, ребята, с вами я, Маша 60к, и сегодня мы как найти волка. Ну и мы начинаем. Со мной опять Сергей, как в прошлом видео. Давайте, я еще не получил никакого волка. Давайте, нам надо просто создать себе сервер. Или склад. Все, вот ты. Иди за мной. Черт, убиваем монстров. Погнали. Все, погнали за мной быстрее, погнали за мной. Рви за мной. Иди за мной, просто иди за мной, боже. Похер на монстров. Иди на свалку, ты уже знаешь, и надо идти на свалку. Погнали на свалку, мы уже почти там. Черт, на! Блин, быстрее беги на свалку. Все, я возле свалки заспамился. Бля. Все, ты на свалке? Все, я тебя убили. Я нашел. Вот он. Все, я его получил. Вот он, все. Беги на свалку, быстрее. Он там в коробке. Помнишь, как его достать? Он в коробке, быстрее, он в коробке. Что ты его подобрал? Все, выходим. Да, появился. Так, ща я его куплю. Все, я его купил. Ща мы вам покажем, как... Я его купил, все. Я ща вам покажу, как это на карте выглядит. Вот такой вот волчок. Очень прикольный. У него вот так вот такие желтые глаза. Я не знаю, Дэн просил волка. Добавили же, да? Ага. Ну и всем пока!